зависит от работы органов. То есть нельзя сказать, что вот ешьте вот это женское питание, и расслабьтесь, и будет все у вас замечательно. В какой-то степени, да, может быть, соглашусь, если вы следите за собой, за своим питанием, не смешиваете все подряд, эти продукты, полезные продукты, применяете в рационе. Если вы занимаетесь спортом, ухаживаете за своим телом и внутри, и снаружи, то, конечно, вы получаете состояние здравия, длительное, стабильное, хорошее, и это прекрасно. Но я не хочу, чтобы вы пугались. Я не хочу, чтобы вы думали, что вот без этих продуктов все, женское питание вообще невозможно, и оно сводится на ноль, и у меня ничего не получится, и детей завести не смогу, и так далее. Ничего подобного. Вам основная ваша задача не фокусироваться на питании. И этот эфир я, эфир по питанию, но, кстати, сейчас давайте я напишу тему эфира. Сейчас, минутку, пожалуйста. Я, как всегда, не нажимается здесь. Пожалуйста, кто-нибудь напишите тему эфира «Женское питание», я прикреплю сообщение, потому что у меня не получается. Вот, я не хочу, чтобы вы фокусировались на питании. Да, оно важно, да, оно играет огромную роль, но питание – это второстепенно, вам нужно фокусироваться на работе органов. Отладили на работу органов, спасибо большое. Прикрепила. Спасибо всем, кто откликнулся. Работа органов. Вот здесь вот кроется вот то, как будут восприниматься продукты женским телом. Либо они будут проходить транзитом и ничего усваиваться не будет, либо они будут приносить огромную пользу именно женскому организму. Но зависит не от продуктов. В принципе, от любого продукта женщина получает пользу свою. Вообще, женщина, мужчина, неважно. Важно, как работают органы. И в первую очередь для женщины важно, это лимфатическая система, нет, кишечник, лимфатическая система. Дальше уже пошли эндокринные органы, да? Но промежуточный эффект от печени тоже очень важен, потому что эндокринные органы работают хорошо, если яичники в первую очередь, да, мы говорим про женское питание, соответственно, женские репродуктивные органы. Если хорошо работает печень. Яичники откликаются очень здорово. То есть, понимаете, да? Обо всем этом мы говорили, про лимфу, про очищение лимфы кишечника, про очищение печени, все это есть в постах, и вот сейчас в сторис я это про все еще подняла, продублировала. Сейчас не очищение, да, а питание. Как вы можете питанием поддержать эти органы? Какие продукты можете включать в рацион? Кратко, да, у нас есть с вами час времени, мы кратко пробегаем по вот этим по верхушечкам того, что вам важно знать, и я сейчас самый максимум вам могу дать, который я могу вложить вот в это время. Все остальное на курсе. Но давайте, смотрите, по поводу лимфатической системы. Лимфа очень классно реагирует, очень хорошо реагирует на морковь, на морковный сок. Почему реагирует? Потому что специальные антитела вырабатываются, которые помогают выравнивать баланс бактерий. К этому же относятся, а антитела почему вырабатываются? Потому что есть вот опять же вот эти вот яркие вещества, которые есть в моркови, во всех ягодах, они помогают созревать антителам быстрее, активнее реагировать на те процессы, которые происходят в лимфатической системе. Допустим, дисбаланс бактерий, активность паразитов, грибковых инфекций и так далее, да, масса. Что может проявляться в лимфатической системе. Так вот, вам, опять же, не нужно акцентироваться на чем-либо одном. Ой, выискивать, в чем же причина. Если вы видите по телу, что у вас по симптомам есть уставшая лимфа, это и мешки под глазами, и лимфоузлы воспаленные, и высыпания на теле, и кожа такая очень уставшая, то, конечно, вы понимаете, что да, нужно с лимфатической системой работать. Баланс бактерий в первую очередь выравнивать, баланс бактерий в лимфатической системе и в желчном пузыре, конечно, тоже, но про лимфу. Так вот, морковь помогает с этим быстрее справляться. И все ягоды красного цвета, красного, оранжевого, вот облепиха мне нравится. Кстати, облепиха хорошо работает и с яичниками. Запускает работу яичников более качественно. Почему мы масло облепихи используем для решения эрозии, допустим, решения многих проблем в женской половой сфере? Облепиха, ягоды, просто заваривать как компотик. Но помимо облепихи есть еще и калина, очень классно. Давайте не буду забегать про яичники, потом расскажу. Давайте к лимфатической системе.
вернусь. Лимфатическая система, также очень хороши ягоды любые, которые у вас есть. Неважно, какие клюква, мне нравится особенно, конечно. Ирга, клюква, черника, черемуха. Черемуха, но единственный минус у черемухи, она имеет закрепляющий эффект. То есть есть еще ягоды можжевельника, которые тоже прекрасно работают с лимфатической системой. Но ягоды можжевельника усиливают аппетит. Если у вас, в принципе, аппетит ну, такой слабенький, то можете пропить. Если нет, то у нас был, был поток, мы пили ягоды можжевельника, и все поголовно писали, а, караул, что делать, есть хочется, а есть, есть что хочется. Хочется, когда холодно, что-то потеплее, пожирнее и потяжелее, да? Соответственно, с ягодами можжевельника, вот будьте аккуратны, ягоды шелковицы, черники, клюквы не вызывают такого эффекта, поэтому можете использовать их, в принципе, с бактериями, в лимфатической системе работает хорошо. Дальше, грецкие орехи. Грецкие орехи имеют вещества, которые называются юглоны. Они как раз-таки вызывают, они хорошо работают с сосудами, то есть если вы понимаете, что сосудистая стенка у вас ослаблена, тоже хорошо. Но с лимфой, если мы говорим, то защитные свойства лимфы повышаются в разы. То есть, опять же, и формирование антител происходит, и своеобразный очистительный такой процесс запускается в лимфатической системе, она быстрее двигается, она быстрее, промывая лимфоузлы, особенно если они воспаленные лимфоузлы, то вы получаете эффекты скорейшего восстановления. То есть важно снять воспалительный процесс в лимфоузлах не потому, что чтобы они уменьшились в объеме, вот здесь, да, ключик вам. Если формирование ферментов и работа печени не сбита, если ферменты не поврежденные, то у вас все хорошо происходит. Смотрите, например, морковный сок и заели чуть-чуть пару орешек, съели, отлично. Что вы получаете? Вы получаете хорошую поддержку лимфатической системы, раз, и вы получаете всасываемость витамина А очень стабильное, хорошее, и хорошее желчное отделение, что своим вот действием вызывает защитную реакцию всей лимфатической системы. То есть смотрите, для того, чтобы усвоился витамин А, который есть в морковке, который, да, он растительный, да, это не тот витамин А, который якобы нам нужен, как говорят, да, как утверждают, но на самом деле нет разницы, животный либо растительный витамин А. На самом деле работа печени вот здесь важна. Если ферменты вырабатываются хорошо, то усвояемость, расщепление жирной молекулы происходит, вот с грецкими орехами, допустим, а витамин А прикрепляется к этим частицам жирной молекулы и улетает сразу в кровь, дальше идет в печень и так далее. Когда следующий курс по печени? Весной, не сейчас. И вот таким образом в сочетании вы получаете хорошую поддержку лимфатической системе и печени в то же время. Такой вот двойной удар. Но помимо всего, ягоды с лимфой работают потрясающе. То есть для того, чтобы у вас не было ни миом, ни молочниц, ни каких-либо женских выделений, для того, чтобы женское здоровье было на уровне, вам важно применять ягодные сборы, либо настой сборы, да, настои ягодные, либо смузи делать из ягод, неважно как. Мне нравится именно настой, вот как травы завариваются, так же и ягоды настаиваются, потом можно немножко измельчить их, подробить, чтобы больше вытяжек было.
Потом это все заваривается несколько часов, отжимается и принимается в течение дня. Заваривать можно 2-3 столовые ложки на пол-литра, на 700 мл горячей воды. В течение дня вот это пропивать. Что вы получаете? Именно в заваренных ягодах, минуя круг большого пищеварения, ваше тело сразу получает массу полезностей. Все это всасывается в лимфу, в кровь, и тут же идет очень хороший оздоравливающий эффект. Особенно сейчас, на фоне того, что происходит в мире, особенно важно это в работе с бактериями, да, навести порядок с бактериями в теле. Это вот сейчас, помните, я писала пост «Эра бактерий»? Ну вот она и наступила, и началась. Но это не значит, что вы должны испугаться, да, и бояться что-либо, да, дышать, ходить и так далее. Вы просто должны знать, что вы ягодные сборы можете пропивать время от времени для того, чтобы ваша лимфатическая система была в норме, для того, чтобы ваш организм был, во-первых, напитан всеми витаминными микроэлементами, которые есть в ягодах, а их очень много. Они, вот это просто кладезь всего. И, во-вторых, конечно, баланс бактерий будет выдерживаться. Это очень важно. Не важно, что происходит вокруг, кто болеет этим коронавирусом и так далее. Важно, что происходит с в вашем теле. Способно ли вот то, что попадает извне, создать условия в вашем теле, что дисбаланс полный произойдет, стафилококк выскочит, масса, да, эшерихия в том числе, будет, если зашкаливать, то, конечно, тут же вам припишут разные заболевания, да, но основа это все-таки сейчас, в данном случае, это бактерии. Если раньше все списывалось на паразитов, что вот активность паразитов, и вот эти болезни, но на самом деле сейчас уже всем известно, что паразиты не враги нам. Ну, я, во всяком случае, об этом вам всегда говорю, чтобы вы не боялись. Они помогают нам справляться с воспалительными процессами в теле. Ну, просто когда они разрастаются, процессы ухудшаются, да, в теле, потому что процесс интоксикации от продуктов жизнедеятельности паразитов происходит. Ягоды. Какие ягоды? Почему у меня разряжается? Сейчас, секунду. Все, заряжается. Ягоды. Вот я уже говорила, что очень хорошо работает клюква. Клюква, ирга, черемуха. В принципе, любые ягоды. Любые ягоды, которые вы можете найти, они хорошо работают с лимфой, они хорошо работают с кишечником, они успокаивают кишечную флору, восстанавливают баланс. И вот опять же, заваренные, не минуя круг большого пищеварения, сразу поступает кровь. Смузи, что делать в смузи? Если у вас ослаблен кишечник, если у вас гастрит, то смузи, к сожалению, вам не подойдет, потому что вы будете пить, и у вас будет воспаляться процесс, который уже есть в теле, вам будет достаточно сложно это все принимать, и вы будете видеть ухудшение состояния. Болевые симптомы различные, и высыпания по телу. Масса не очень комфортных, приятных вещей будет проявляться. И вам важно сейчас... Ничего, опоздали, ничего, я надеюсь, запись будет, прослушайте в записи. Сейчас ваша задача, если какие-то боли происходят, то только настой использовать, не смузи, чтобы не провоцировать. Да? Если какие-то аллергические реакции, то же самое, постараться вылечить. Гарантию давать, что с помощью ягод вы можете снять дефицит в теле. Конечно, если уже дефициты такие вот достаточно устоявшиеся, то здесь нужно восстановление органов, серьезно этим заниматься. Если, в принципе, вот только, да, первые небольшие изменения в ваших анализах, то вам достаточно ягодных сборов, будете видеть, какие изменения происходят. Но психосоматику, помните, да, психосоматику я рассказывала, что любые дефициты в теле – это обесценивание себя. Что я где-то недоделываю, недоулучшу себя, недосовершенствую себя, где мне нужно подучиться, да, вот, что мне не хватает в себе. На самом деле всего хватает. Вы целостная, вы прекрасная, вы удивительная женщина, которая наполнена, которая, может быть, внимание свое переводит не туда. И поэтому кажется, что где-то вот я не такая, как хотелось бы.
Это все вот здесь у нас, понимаете, девочки дорогие, да? Не дайте себя запутать своей же голове, не дайте себе сбить себя вот с этого состояния радости, комфорта, что да, хорошо, у меня что-то там не получается так, что-то я упускаю. Да хорошо, ладно, посмотрите вокруг, вам хорошо, вашим детям хорошо, вашему супругу хорошо, им хорошо. А вы начинаете сами себе там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу что-то накручивать. А даже если кто-то вам скажет, что что-то в тебе не то, что-то тебе надо подучиться, посмотрите на этого человека. Кто вам говорит? А действительно это мудрый, грамотный человек вам это говорит? А действительно стоит на эти слова обращать внимание? А что за его словами стоит? Что он несет, этот человек? Поэтому никаких дефицитов мы не формируем, ни на кого не обращаем внимания, потому что добрых людей, в кавычках, хватает, но их не так много, как действительно добрых людей. И если вы окружите себя вот такими вот мудрыми людьми и не будете обращать внимания на то, что мимолет на вас пробегает, помните, это не мое, это не про меня, это не про мою жизнь. Я продолжаю жить в радости, и мне хорошо. Помните? Вот. Что я вам хотела? Что я вам рассказывала? А, финики влияют на женщин, да. Финики влияют, смотрите, фитоэстрогена достаточно много в финиках и в льняном масле, в льняных семянах, поэтому если у вас эстрогенозависимый вес, то есть вес, который не уходит, вроде как и спортом занимаюсь, и делаю много, но вес стоит на месте, никуда, ни туда, ни сюда не сдвигается, то, конечно, вы можете понимать, что это, скорее всего, сбой со стороны гормональной системы, и финики вот можно есть по чуть-чуть, не объедаться финиками, потому что особенно это проявляется на смене питания. Когда вы меняете питание, неважно, это, допустим, с традиционного на веганство, с веганства на сыроедение, либо с традиционного на сыроедение сразу, у вас меняется питание, и, соответственно, у вас вот эстрогенный фон, hello, эстрогенный фон меняется, и потребность в финиках просто зашкаливает. Вам хочется сладкого именно фиников постоянно. Я помню это по себе, по нашей семье, когда мы переходили на сыроедение. Просто мы королевские финики покупали вот такими огромными коробками, наедались с утра до вечера эти финики ели. Это нехорошо. От этого и печень сложнее, и потом баланс бактерий, грибков выровнять. То есть мы за свой путь, десятилетний путь сыроедения, много ошибок сделали, много потом об этом говорили. И кто с нами уже давно, знает всю историю, и что мы несли, что мы рассказывали людям. И сейчас, вот, знаете, такой багаж знаний, чтобы передать людям, которые меняют свое питание, неважно, опять же, на какой вид питания, чтобы не допускали наших ошибок. Понятно, что каждый человек хочет сделать свою ошибку. Это важно сделать. И вот прям вот необходимость, это нужно. Но если хоть кто-нибудь услышит истории наши, мою, Владимира, про переход, про то, как мы двигались и движемся, да, это те, может быть, кто-то прислушается. Я, давайте, не про среди, не про наш десятилетний опыт, а давайте поговорим еще про что? Про лимфу, понятно, да? То есть это основные вот ягоды, наверное, основное это ягоды. Потом уже морковь, потом уже орехи, грецкие в первую очередь. Потом уже все жгучие продукты. Вот, жгучие продукты. Они уникальны, просто уникальны. Смотрите, для женской гормональной системы особенно важно, для женской репродуктивной системы, для восстановления работы органов жгучие продукты, такие как хрен, редька, дайкон, все жгучие, да, не переборщить, конечно, не слишком много, опять же, не объедаться, потому что я знаю, что вот хочется максимум полезности внести в свой рацион и максимум оздоровиться. Сейчас, простите, ветер дует, волосы летят. И не старайтесь все по максимуму вот, напитать себя. Пусть все будет вовремя, дозировано, и тогда вы получите хороший результат. Потому что если торопиться куда-то, то все будет проходить транзитом. Ничего сверх нормы не получите полезного. Организм все равно возьмет то, что нужно. Итак, хрен просто
вот кладезь всего. Я вот для вас готовлю пост, очень интересное название у него будет. Потом послушайте, посмотрите. Применяйте эти рекомендации, которые вот ждите поста. Не буду забегать наперед, ждите поста. Хрен используйте. Хреновину хотя бы смотрите. Кто не видел, рецепт сейчас повторю. У вас сейчас хрен есть, корень хрена. И сделайте себе хреновину на всю зиму. Прям вот несколько 3-литровых банок. Это вот хотя бы по ложечке будете съедать каждый день. Вы будете видеть, как ваша лимфатическая система разгоняется. Конечно, спорт тоже очень важен. Бани важны, массажи, возможно, да? Ну, массажи, если спорт, бани есть, массажи можно, ладно, пропустить. Просто там на валике миофасциального релиза покататься, либо с мячиками поработать. Но вот жгучие продукты, правда, нужны. Они нужны и для хорошего желчеотделения. То есть, смотрите, в связке, вот как я уже вначале говорила, в связке работает лимфа и желчеотделение. И работа желчного пузыря, печени. Вы оздоравливаете и ягодами, и лимфу, и желчные. И также работают жгучие продукты. Вы оздоравливаете лимфатическую систему за счет того, что она начинает разгоняться, за счет того, что промывка лимфоузлов происходит быстрее, активнее, и вы получаете снятие нагрузки. А смотрите, снимается нагрузка с лимфатической системы. Куда это все девать, всю эту нагрузку? Скидывается в кишечник. Но в кишечнике тысячи лимфоузлов, которые должны работать хорошо. Если они работают отлично, прекрасно, скидывается в кишечник, и если кишечная флора хорошая, все выводится с каловой массой, да, природным эффектом. Но если лимфоузлы уставшие, воспаленные в кишечнике, что чаще всего происходит, что диагностировать достаточно сложно, тогда может проявиться высыпание на теле различного характера, но достаточно быстро пройдут, если вы будете продолжать очищать кишечник, помогать телу очистить кишечник, для того, чтобы все-таки запустился тот процесс, который должен скидывать уставшую лимфу в кишечник и выводить, не через кожу. Поэтому, если вы вдруг увидите какие-то на самых первых этапах приема жгучих продуктов, допустим, увидите какие-то высыпания на теле, не пугайтесь, это нормальное состояние, потому что тело начинает работать просто. Тело включается и запускает те процессы, которые должны быть, которым хорошо быть в вашем теле. Итак, что еще? Что-то я хотела посмотреть. Вот, да, по поводу яичников хотела с вами тоже поговорить. Для яичников, для здоровья женских органов, яичников в первую очередь, нужно такие витамины, как А, В, Е, витамин С. Всем известно, да, об этом факт, особенно витамин Е, там все вот прям вот восхищаются витамином Е. Но, опять же, витамин А, Е, К, Д – это жирорастворимые витамины. А усваиваются ли они, если вы принимаете продукты с этими витаминами? А хорошо, вы там съели кусочек рыбы, допустим, да, и ферменты, ну, недостаточно выделились, либо это сильно обработанная рыба. И, соответственно, тело, ну, ничего полезного оттуда, вот прям вот так много хорошо не получает. Да, оно привыкло получать что-то из этих продуктов, но, так сказать, чтобы функционировало вот прям на ура, то нет. И, соответственно, эти продукты большой пользы не несут. То есть я вам сегодня не скажу, что вот ешьте рыбы, животпродукты, масло, сметану. Нет, я вам расскажу, что все это можно получить из растительного также, но из животного происхождения тоже, только если сырое вы будете употреблять. И если у вас будет работать хорошо печень, для того, чтобы расщепить вот эти вот жирные молекулы, которые поступают в организм, и которые жирорастворимые витамины помогают впитаться в кровь. Что касается сыроедов, по поводу сыроедов, веганов, конечно же, в сырых продуктах растительного происхождения это все тоже можно найти, но главное, как ваш желчный пузырь и ваша поджелудочная железа будут выделять эти ферменты на переваривание, на усваивание этих продуктов, на то, чтобы они действительно были полезны, а не просто так, опять же, просто проходили по кишечнику и якобы создавали видимость. А те все, кто принимает дополнительные витамины, D, например, тот же, да, витамин Е, помните, да, я не буду сейчас ругать витамины, ничего не буду против говорить, это ваше решение, и это оправданное решение, это
это ваше осознанное решение, и оно имеет место быть. Оно достойно уважения, потому что, в принципе, вы действуете по той информации, которая у вас есть. Опять же, с заботой к своему телу. Но я вам хочу просто сказать, что немножко другую сторону, что если вы принимаете искусственные любые витамины, пусть даже сами там якобы натуральные, в любом случае это создано в лабораторных условиях, раз, и что там еще домешано, большой вопрос. И как это все доставалось из продуктов, тоже большой вопрос. А повышая искусственно, вы не запускаете естественную хорошую работу органов. У вас получается, смотрите, кровь насыщается, да, по анализам все хорошо, но вы пьете это для хороших анализов. А когда дело доходит, что вы прекращаете пить какие-то витамины, у вас все возвращается на круги своя, потому что органы не сонастроены, они в принципе не готовы принимать все из пищи, потому что была подпитка извне, расслабились, ну а зачем выделять ферменты, а зачем что-то трансформировать, что-то соединять, если все и так в принципе поступает извне. Поэтому ваша задача все-таки, девушки милые, вернее, моя задача донести до вас, что вам нужно работать с восстановлением органов. Не создавайте видимость, что все хорошо, не закрывайте глаза на то, что происходит в теле. Не думайте, что вот я поем каких-то продуктов, и у меня все быстренько восстановится, и все будет хорошо. Нет, помогите своим органам, чтобы они заработали, и тогда вы, принимая определенные продукты, вы будете получать огромную пользу. Вам не нужно будет думать, какие добавки принять, какие витамины, как их вообще выбрать из огромного этого количества, невероятного просто вообще списка, да, всех витаминов и БАДов, которые существуют, всех фирм и так далее. А, хорошо, сарафанное радио работает, хорошо, но тем не менее, это всю жизнь пить витамины, так вы, да, вы не так. Вы не так представляете свою жизнь, не так. Поэтому вот хочу, чтобы вы правильно меня поняли, да? Я не хочу никого сбить с толку, я просто хочу донести свое видение того, что я изучала, того, что я много лет вот добывала эту информацию, того, что я училась на акушерском курсе и разбирала медицинские источники, и сравнивала, пыталась сопоставить это все. В общем, много-много всего. Давайте еще раз вернусь к витамину А. Давайте, вот прям вот морковь, класс, облепиха, хорошо, помните, говорила про облепиху? Дальше рябина, облепиха, рябина, черная шелковица, в которой много, в принципе, и черная смородина тоже. Простите, много и витамина С, и витамина А. Вот эти вот ягоды можете смешивать, тоже заваривать и пить просто как настои. Тыква. У вас сейчас сезон тыквы, она потрясающе вкусная, особенно такая вот со светлой шкуркой, запекайте. Но лучше, конечно, соки делать. Соки из тыквы, конечно, в разы принесут вам больше эффекта, результата, а можно делать и такое легкое запекание, если вам ближе это. Соки из тыквы, кстати, с яблоком хорошо, с ананасом хорошо смешивается, с морковкой хорошо. Но опять же, для того, чтобы тыква усвоилась, для того, чтобы не пожелтела ваша кожа, вам нужно работать со своей печенью, желчным пузырем. Хотя бы, смотрите, вы пиваете стакан сока, даже тот же цитрусовый, он может тоже покрасить вашу кожу, ваши пятки, ладошки, лицо. Соответственно, хорошая работа печени, Олечка, привет, может, сейчас много знакомых опять выходят на улице. И здесь мы живем в маленьком таком поселочке во Вьетнаме. Город большой, Ничанг называется. А мы живем на краешке, на окраине. И поселочек такой, все друг друга знают, все наши дети вместе играют. В общем, приезжайте. Если кто хочет поближе со мной знакомиться и общаться, приезжайте. Мы здесь прям вот все как большая семья. Очень хорошо здесь, комфортно, прям вот я рада, что мы сюда переехали. Морковного сока, тыквенного сока, либо пить, продавливать область желчного пузыря, просто сфинктер оде расслабили, продавили, правое подреберье, уже хорошо, быстрее будет усваиваться все то, что есть в соках. Либо вы берете
предварительно, смотрите, как хорошо. Вот прям вот я когда эфиры веду, у меня иногда щелка что-то срабатывает, а какой-то вот поток открывается, и я начинаю, смотрите, как придумала хорошо. Вы берете желчегонные травы, например, любую траву, спарыш, например, в котором хвощ полевой можно тоже, в которой и кремнием богато, и можно тысячелистник, можно календулу, либо несколько трав заварили, и потом вот остывший настой вы добавляете в морковный сок, допустим, либо в тыквенный сок. Что вы получаете? Вообще класс! Прямо сейчас думаю, действительно. Вы получаете хорошую подпитку лимфатической системы, хорошее желчеотделение и, соответственно, параллельно лучше усваивается витамин А. Да, класс. Понимаете, да? Вот буквально там немножко, допустим, стакан сока и пару столовых ложек настоя трав. А потом этот настой трав можете потом просто выпить. Вот, класс, замечательно. Дальше. 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 Для яичников хорошо, хорошо влияет на работу яичников урюк. Прям вот не курага, да, вот это вот осветленная, а именно урюк с косточкой, которая вот коричневый такой сморщенный абрикос, который говорят, что высыхает на дереве, но на самом деле большой вопрос, действительно ли так. Ну, по правилам должен высыхать на дереве, да, и снимать его, но ну, не столь важно, он более натуральный, более полезный считается. Дальше, вы все знаете про чеснок, про цитрусовые соки, вот уже говорила про чесночную воду, вы все уже знаете, наверное, да, все уже, многие пробовали, все смотрят мои сторисы и видят, какие результаты, девчонки, молодцы, киста, одна, вот уже сколько раз я уже, кстати, надо добавить вечный сторис, показывала вам, что пишут девочки, киста уходит, понимаете, женская репродуктивная система, для яичников это очень важно, чесночная вода прям номер один, с чего вы уже можете сейчас начинать, для того, чтобы не ждать потом и ни на кого не надеяться. И действительно, медики, ну, потом вот расспрашивают, а что и как, и огромнейшая благодарность всем тем медикам, врачам, акушерам, которые сейчас, я знаю, что многие присылали мне скрин того, что рекомендовали врачи, что пить чесночную воду с кориандром. Я огромнейшую благодарность хочу вам выразить за то, что вы не знаете, не вот так вот, та, что он там вот болтает, непонятно, что свои эфиры ведет, рассказывает, а за то, что вы проникаетесь этим, пробуйте на себе и рекомендуйте это людям. Вот огромнейшая благодарность. И неважно, там, рассказали вы, чья это методика или не рассказали, неважно абсолютно. Главное, что вы сейчас вот своими действиями вынесете людям здоровье, женщинам здоровье. Это, знаете, вот эта вот незримая поддержка женщины от женщины к женщине, которую мы, к сожалению, утратили за столько много-много лет жизни. А это так важно сейчас восстанавливать. И никакой конкуренции не должно быть здесь, никакого вот твое-мое. Должен быть общий поток. Хорошо, делитесь, да. Хочется от сердца рассказать, да, от кого услышать, делитесь, не проблема. Но главное, что мы в одном потоке, понимаете? И мы должны себя друг дружку поддерживать. Иначе будет очень сложно, как на войне. Женщина обязательно должна поддерживать. Так, я проболтала столько много, на вопросы хотела ваши отвечать. Печень поджелудочную очень важно поддерживать. Кстати, про поджелудочную. Вот такой вот, знаете, такой вот шаткий момент. Поджелудочная, ей очень важно все кислое. Кислые ягоды, молочные продукты, да, если это вот свое, вот самостоятельно оно скисло, возможно, да, я могу допустить это. Но больше вот я к ягодам. Вот все кислое, оно обладает потрясающим свойством для поджелудочной железы, для восстановления поджелудочной. Это что такое поджелудочная? Это все те же ферменты, которые должны качественно обрабатывать пищу и исключать любые дефициты в вашем теле. Но, понимаете, если двенадцатиперстная кишка воспалена, если есть какие-либо эрозии некомфортные, то кислые продукты вам не подходят в первое время. То есть такой вот вроде и нужен для поджелудочной, но вроде как и не подходит. Соответственно, здесь вам нужно действовать сначала, восстанавливать целостность и работу пищеварительной системы, а потом уже переключаться на
поджелудочные, либо потом уже параллельно это наполнять. Ну, об этом не сейчас. Давайте, вот сейчас, вот с данного момента начинаю отвечать на ваши вопросы. Еще зелень для женского организма просто уникально. Мой основной рацион питания, если у меня в течение дня не было зелени, пучка зелени, это все, день прошел зря. Соки и зелень — это вот основа моего рациона. И я вам, конечно, советую, если у вас есть возможность, у кого вот особенно женщины, у кого гемоглобин понижен, у кого с ферритином тоже вопросы, у кого месячные, длительные, обильные, конечно, вам нужно гранатовый сок, знаете все, но если вы в гранатовый сок добавите еще настой ягод шелковицы, получите, ого, результат очень крутой. Давайте, все, отвечаю на вопросы. Боровая матка, красная щетка, как пить? Так, вы видели, у меня есть пост про восстановление женского здоровья. И там есть про то, как пить красную щетку, боровую матку. Для чего вы хотите эти травы пить? Понимаете, вы должны давать себе отчет, для чего вы хотите пить те или иные травы. Боровая матка на один вариант, да, красная щетка на другой вариант. Если вы начнете это... Ну, давайте скажу, красную щетку в первой половине цикла, боровую матку во второй половине цикла. Если будете... Что с телом происходит? Скачайте, бесплатная методика есть у меня. Просто вы можете ее просто получить, есть пост об этом, да, и смотрите, скачайте. И получайте, там схемы прописаны, что вы как можете себе помогать. Так, про геморрой тоже есть пост. Ватный диск, смоченный маслом живицы. Прикладывайте. Но восстанавливать нужно и сосуды, и работу кишечника. Витилиго. Это печень. То есть вам нужно внимание на работу печени уделить, вот такое серьезное внимание, потому что витилиго, я не могу сказать, что у всех восстанавливается, просто полностью кожа меняет цвет, нет. Но вот здесь и психосоматика тоже огромную роль играет. На веганстве разрушаются зубы, а процесс очищения не запускается. Что делать? А я не знаю, какой у вас процесс очищения. Что вы делаете? А какое у вас веганство? А как вы помогали организму восстановить, опять же, баланс бактерий, чтобы заработало тело хорошо, чтобы не было вот этих вот дисбалансов, чтобы не вытягивало вас в сторону? Много вопросов к вам возникает. Через сколько можно повторить мискориандром петрушку параллельно чесночную воду? Через сколько? Чесночную воду можете продолжать пить, не останавливаться, пока тело не скажет, что все, хватит. А от мискориандра с петрушкой 2 недели пьете, недельку-две отдыхаете. Тыква с семечками можно вместе кушать? С такими семечками? Да, можно, конечно. Климакс, приливы. Ну что, я об этом буду говорить на курсе. Более подробно у нас будет целая прям лекция о том, вот это, об этом периоде перехода, прекрасном периоде перехода, потому что вы переходите в свою зрелость. Это удивительное состояние, вот наблюдая за женщинами, прям вот как они начинают слышать себя. Но физическое тело, да, ему нужно помогать. И есть травы, кора дуба, корни аира, корни дудника. Смешиваться в равной пропорции. Вот не знаю вас, не могу сказать дозировку вам, но начните с пол чайной ложки на стакан горячей воды. И должно все успокаиваться. Пустырник можете пить. Розацея, как бы бороться? Бороться не нужно, нужно помогать. Кишечник, в первую очередь, кишечник, баланс бактерий нужно наладить. Вот это вот ваша основная задача. Смотрите, Лариса, есть пост про бактерии, баланс бактерий. Тоже посмотрите, не так давно было, полистайте, увидите. Двойной чайник для заваривания травы и ягод можно использовать? Так, двойной чайник. Вы имеете второй раз заваривать? Я, конечно, за то, чтобы первый раз вот, одного и достаточно. Лучше подольше подержите, лучше потом отожмите, чтобы выжимки вот все ушли. Второй раз, ну, нет. Ну, с мискориандром люди заваривают второй раз. Но, опять же, это такой вот вопрос спорный, потому что
что там остается и остается ли польза. Как восстановить работу щитовидки? Щитовид, про щитовидку нужно, наверное, писать пост. Я подумаю. Нана, если ты смотришь, пожалуйста, делай пометки. Нана, помощница моя, делай пометки, что я обещаю. Потому что я, вот, опять же, в потоке нахожусь в эфире, а потом, когда эфир заканчивается, у меня может все это забыться быстро. Я потом что-то я вот обещала пост написать. Пост про анемию очень хочу написать. Вот. Надо вам написать. Как помочь от напряжения мочевого пузыря? Что может помочь? Смотрите, что значит напряжение мочевого пузыря? Что вызывает? Что вы дополнительно чувствуете? Уретрит, может быть, вагинит? Что у вас может быть еще параллельно? Потому что напряжение, что значит напряжение? Как часто вы ходите в туалет? Есть ли болезненность или нет? Кровянистые выделения, гнойные выделения с мочевого выделительного канала? Есть или нет? То есть вот нужно понимать, что именно происходит. Но однозначно можно, смотрите, берете масло, эфирное масло эвкалипта, либо эфирное масло чайного дерева, либо розмарина, смешиваете с базой, берете чайную ложку базового масла и капаете 2-3 капельки эфирного масла. Смешали хорошо и в зону мочевого втираете, да, в животик себе втираете это масло, делаете массажик. Очень-очень классно помогает снять вот болезненность, перенапряжение. Дальше, массаж живота. Если вы знаете хорошего специалиста, который с женщинами работает, обратитесь, пусть он расскажет, как делать массаж живота, висцеральный массаж живота, это тоже помогает. Но дальше женское ППШ, я писала об этом, женское ППШ очень круто работает. Это как раз-таки вот этот пост про получение бесплатной методички по женскому здоровью, там прописано все, как делать женский ППШ. То есть вы берете полынь горькую, полынь каменную и шалфей. Если каменной полынь не нашли, бывает такое, то просто полынь и шалфей смешивайте в равной пропорции и заваривайте столовую ложку на стакан горячей воды. Ну, вот хотя бы так. Пропивайте 1-2 раза в день, и вы уже увидите результат очень хороший. Потому что чаще всего напряжение мочевого пузыря – это сбой, опять же, бактериальной флоры. Скорее всего, влагалище, влагалищная флора тоже сбита. Возможно, сухость влагалищная присутствует. Возможно, дискомфорт во время близости. Скорее всего. Поэтому, вот, понимаете, много нужно параллельно что-то узнать у вас, вот эти вот вопросы. Как нарастить эндометрий? Так, ну, Анна, а что у вас с питанием? Почему эндометрий тонкий? Что происходит? Вы переходите, вы меняете питание, либо вы на каком-то длительном питании не оздоравливали свой организм, не перестраивали тело, просто поменяли питание и все. Пили ли вы травы для того, чтобы ваше тело перестроилось на другой тип питания? Это вот самое главное, потому что ваше питание, оно очень сильно влияет на женскую гормональную систему, и, соответственно, вам нужно в первую очередь вот с этим разобраться. А хорошие масла качественные вы потребляете или нет? Как вы? А замасливание делали? А чистку печени делали или нет? Хотя бы по лайт-методике. Вот это все, вот это все дает мне понять, что эндометрий действительно может быть тонкий. Плюс еще психосоматика, да? Чего боитесь? Почему не нарастает эндометрий? Почему вот этого пути своего женского? Что не принимаете, что вот отторгаете из своего женского пути. Потому что, ну вот, понимаете, вот такая вот скупость к себе самой, к своих эмоций, своего творчества. Творчество, вот, это самое вот такое, вот, наверное, здесь самое уместное. Скупость в творчестве. Не разрешаете себе выделить время на то, что вам хочется, на ваше творчество, на ваше самовыражение, самореализацию и так далее. Подумайте, что может быть здесь. Вы не создаете вот эту, вот, знаете, подушечку такую, базу, для того, чтобы проявить себя. А у вас-то есть. И ваше тело говорит, что ну хорошо, ладно, буду хоть так показывать, что нужно хоть что-то начать для себя делать. Понимаете? Прям вот очень важно. Я вас
улетело ваше сообщение, не знаю, как вас зовут, но я вас обнимаю и разрешите себе, разрешите. Тогда ваше тело будет откликаться, оно будет благодарно, оно будет как печка разгораться для формирования пирожков, понимаете? Так, улетели сообщения, не знаю, где я остановилась, останавливаюсь, где вот случайным образом. Кокосовое масло можно на лицо наносить? Ну, для кого-то кокосовое масло достаточно сложно. Органовое масло, да, больше комфортное. Для кого-то создает такую спленочку, которая потом не дает дышать коже. Но если вы наносите, сделали массаж лица, допустим, по меланет, да, потому что я знаю, что этот массаж работает. Сделали массаж лица и потом дальше почистили лицо, сняли это масло, и в принципе неплохо. Ну, в принципе, можно. Это вот найдите себе. Рецепт хреновины. Ой, там такой вкусный, надо напомнить вам, сторис напомню. Да, интимная гигиена. Была запись, удалилась, и она у меня есть в компьютере. Давайте я вот эту запись выставлю, и потом сразу выставлю про интимную гигиену. Может быть, через пару дней. Так. Нет аппетита. Вот, я же говорила. Юлия, да, Юлия? Ягоды можжевельника попейте, у вас все восстановится. В начале эфира говорила. Месячные короткие 2 дня, но перед этим мажет неделю. Что, может быть, изменилось? Смотрите, если мажет перед месячными, ну такие не хорошие симптомы. Не знаю, не говорю, что все срочно что-то вам там бежать к гинекологу, срочно что-то принимать. Нет. Вам просто очень нужно внимательно сейчас отнестись к своему организму, начать восстанавливаться кишечник, работать с эндометриозом, скачайте бесплатную методичку по восстановлению женского здоровья и хотя бы вот по бесплатной версии это двигайтесь. Это уже многим женщинам дает очень хорошие результаты. Ну, либо это в личной работе, в консультации, да, я могу рассказать, либо это на курсах и так далее. Там тоже я расскажу более подробно. Но мажущий эффект, либо это полипы, да, могут о себе давать знать, либо это, скорее всего, эндометриоз тоже. Как наладить менструации, густые, темные 3 дня? Ой, подождите. Мне 35 лет. Нужно очищать кишечник раз, чесночную воду обязательно 2, укреплять сосуды. То есть, смотрите, я вам направление даю. И питание. Питание, менять питание, пересматривать питание. Больше свежих продуктов. Замороженные ягоды с бананом сбили, поели. Ягоды потрясающие, тоже помогают разжижать кровь, делать ее более здоровой, очищать кровь, лимфу очищать. Ну, в общем, ягоды очень классные. Семена льна как лучше принимать? С бананом лучше семена льна не принимать, потому что они дольше находятся в желудке, они потом сложно ферментную обработку проходят, дальше поступают в тонкий кишечник, и там бродильные эффекты продолжаются. Соответственно, лучше, конечно, семена льна, либо с яблоком, либо с киви кто-то использует. Мне нравится, как семена применяются именно с томатным соком, с зеленью. Вот именно вот с овощами больше. А знаете, мы делали хлебцы. У меня же есть пост про хлебцы. У кого есть дегидратор? Поставьте, пожалуйста, сердечко. У кого из вас есть дегидратор? Ого, много есть. Хорошо. Смотрите, есть пост про хлебцы. Вы просто измельчаете в блендер, все сбрасываете. Вижу, дегидратора много. Блендер сбрасываете, помидор. Я знаю, что сейчас вот помидор может быть сложно найти, но, может быть, найдете хорошие помидоры. Помидоры, болгарский перец, чеснок, зелень любую взбили, добавили туда либо жмых льна, либо семена льна еще раз взбили, и вот у вас получилась такая кашка, в принципе, которая потрясающе полезна, она очень вкусная. Особенно если помидоры такие насыщенные по вкусу, то прям здорово. А есть возможность сделать хлебцы из этого, то есть вы наносите на лист дегидратор, это все высушивается, и потрясающие вкусные хлебцы. То есть смотрите, много овощей и немножко льна, для того, чтобы оно все слепилось, связалось и
с салатом. Потрясающе. Это вот что касается либо просто правильных хлебцов, либо касаемо тяжелого сыроедения зимой. При Жильбера можно, чесночную воду можно, можно. Сохранить эфир, прямо прямой эфир я постараюсь сохранить. Сейчас вот буду... Инстаграм, помоги нам сохранить прямой эфир. А? Так, вопрос. Кисоящие, какие травы? Вот, Ольга, пересмотрите прямой эфир, скачайте бесплатную методику и поймете, что нужно делать. Угу. Как пить ягоды можжевельника? Тоже есть отдельный пост. Берете, измельчаете немного ягод, дробите их и завариваете. Начните с чайной ложки на стакан горячей воды. Чайная ложка с горкой. И утром натощак полчаса она постояла, процедили и выпивайте. Так, никогда не было аллергии. Год назад поменяли место жительства и появилась аллергия на лесной орех, подорожник, полынь. Аллергия в виде дерматита на глазах. Чем помочь организму? Ну, смотрите, психосоматику обязательно. Это вас номер один, что вам нужно рассматривать. Психосоматику пересматривать, подумать, что может быть провокатором, да, в вашем переезде. Какие условия жизни? А все ли подходят? А может быть, что-то раздражает, а вы не хотели переезжать? Или подумайте, что может быть тем фактором, который вас создает вот эти вот условия в вашей жизни, когда эти высыпания могут проявляться. Ну, а дальше физическое тело. Понятно, что если оно откликается, то значит дисбаланс тоже какой-то есть. Итак, дерматит. Смотрите, масло, эфирное масло, чайное дерево, например, на пальчике. Нанесли сначала, допустим, обычное базовое масло и вот втираете в носку, в глазницу эфирное масло. Втираете несколько раз в день, и, в принципе, дерматит достаточно быстро проходит. Раз. Трава овчанка есть, можно протирать эти места травой овчанка, заваривать чайную ложку на стакан горячей воды и в течение дня протирать. А можно пить трава овчанка вместе с календулой. Смешивайте в равной пропорции столовую ложку на стакан горячей воды и пропивайте 1-2 раза в день. Тоже хорошо, но это вокруг глаз, чаще всего это лимфатическая система дает о себе знать. Лимфа и желчный. Вот все то, что мы говорили в самом начале эфира, половина нашего эфира прошло на эту тему. Соответственно, вот нужно с этими органами работать. Тогда вы получите эффект более стойкий. Потому что местно, ну да, будет воздействие местно. Дальше, если сухие корочки, конечно, вы можете делать овсяный кисель для умывания. Даже если любые у вас сухая кожа лица, просто чайную ложку овса измельченного на стакан горячей воды заварили. Оно у вас пару часов, час, например, постояло. Отжали это, процедили, и вот этой водичкой умываетесь. И я могу гарантировать, что через некоторое время вы будете чувствовать, какая у вас другая, очень приятная кожа становится. И если еще сочетать это с чесночной водой, чесночную воду пейте, прям класс, будет хорошо. Много-много, вижу много вопросов. Девочки, дорогие, очень хочется на все ответить. Я понимаю, что питание сейчас особенно важно для вас, и если будет возможность, приходите на курс. Ягоды, вот ягоды. Заваривать можно сушеные. Мне больше нравятся сушеные ягоды. Свежие ягоды вы просто можете разморозить, вернее, вот замороженные разморозили, толкушкой подавили и процедили хорошо. И вот этот морсик такой можно пить, да. Про щитовидку. Вижу очень много вопросов про щитовидку, про полип. Тоже вижу, хорошо. Делаю себе пометки. Просто. Вот тянущая боль в правом и левой области живота. Что может быть? Смотрите, что может быть? Масса всего может быть. И активность паразитов, если вы надавите на пупочную область, если бы есть болезнь, то активность паразитов, скорее всего, есть. И нагрузка со стороны желчного пузыря, с правой стороны, с левой стороны, поджелудочная, либо селезенка может даваться, либо это кишечник, изгибы, да, кишечника, также активность паразитов и дисбаланс бактерий. То есть
это нужно к висцеральному терапевту сходить и посмотреть, где у вас нагружено. То есть если бы вы были рядом, я бы вас положила бы здесь вот рядышком с собой, продавила бы живот, и все бы понятно было, что, какой орган у вас ослаб, что происходит вообще с организмом. Поэтому лучше сходить к висцеральному терапевту, который... Откуда музыка идет? Вон там, в баре. Я просто сижу, смотрите, какая здесь красота. Показать вам? Вот. Смотрите. Никого нет. Я тут одна. Прямой эфир веду. А вон там вот море. Ну вот, это наш Вьетнам. Вьетнамушка. Так, запись, да. Про ягоды можжевельника. Девушки, вижу очень много ваших вопросов. Повысился сахар, есть гипертиреоз, отказались от молочки и сахара. Чем помочь? По поводу поджелудочной, посмотрите, есть пост. Тоже недавно был пост, и там прямо он подписан, поджелудочная. Вы не пропустите, надпись на картинке «поджелудочная». Ну что, девушки дорогие, я вынуждена завершить прямой эфир, потому что если я веду прямой эфир больше часа времени, у меня не получается сохранить его. Почему-то вот так вот у меня в Инстаграм. Поэтому я вынуждена сейчас уже завершить. Час пробежала, очень рада была с вами общаться, мне очень было хорошо с вами в прямом эфире. Ну, как всегда, вот я чувствую вас, и правда, мне хорошо с вами. Я еще буду проводить эфиры. Хорошо? Я просто готовила эту тему для женского курса. Много всего. Вот я вам рассказала кусочек, смотрю, что нужно отвечать на вопросы. Уже времени не хватает. А там очень много всего еще. И если нужно, я еще буду рассказывать, буду проводить эти эфиры. Но, наверное, попозже. Те темы, которые я сейчас готова для вашего курса, которые я больше прорабатываю, те темы сейчас у меня в прямых эфирах будут появляться. Но опять же, для того, чтобы вас познакомить, немножко вас ввести в курс дела. Если хотите более глубокие знания, информации, то приходите на курс. Когда курс стартует? Когда курс стартует? Курс с 5 по 25 декабря. Но сейчас еще вот, цена еще невысокая, поэтому можете участвовать. Все, я вас благодарю за наше с вами общение, за прямой эфир. Очень рада была встрече. И всего доброго, чудесного вам дня. Мы встречаемся с вами, наверное, на следующей неделе. Если получится в эту субботу, то проведу в субботу.